В общем-то, я поела. Я сейчас буду собирать свой, хотел сказать, рюкзак, но у меня сумка. Родная русская литература. Я думаю, что вы не видите, но вот вставка, короче, моего расписания. Английский, я его просто не могла. География, еще один английский, физика и древнерусский. Жестко. Это самый, по-моему, легкий день из всех. У нас нету экономики и права. Вообще у нас нету никаких уроков, связанных с обществом и историей. Вот, я рада, потому что мне надо выучить это сначала, чтобы потом идти на эти уроки. Покажу свою собаку любимую. Свою любимую собаку. Вот такая она холос. Так, что ты ешь опять? Ты что ешь? Белюшку. А жмись, крыс. Он спит. Вот он. Да, нулик. Короче, вот я собрала, в принципе. Не так-то много всего, но все равно будет достаточно тяжело. Но я знаю, что у себя носил учебники, было бы тяжелее. Те, кто смотрел распаковку, те помнят. Этот образ. Мы встретились с Катькой. Зла. Прям как... Да. Чё не ковро... Почему без ковровой дорожки? Я в шоке. Вообще, я посмотрела на видео, когда ты мне поклонилась. Пошла на. Кать, помнишь? Хотя. Группы должны быть равные. То есть в одной группе 14, в другой 15. Сейчас 17 и 2. То есть нужно перевести, ну, хотя бы двоих. Что? Или троих. Так, все, мы были на русском, у нас был диктант. Ну, нет, двоек не будет, я думаю. Все хорошо будет, все будет хорошо. Вот наша любимая школа, как в Америке. Вот такие у нас американские раздевалки, как бы, да, вот такие... Вот такие пуфы. Потом посмотри, я тебе не пуф. Ой. The British. Выходить без кем-либо. Вот, но главное, Are you fucking kidding me? Нет, короче, меня не было. Я тебе когда вас рассказывала. Короче, она нам сказала открыть модуль там какой-то. Вот. И сказала, сядьте на него. Короче, мы положили на стул модуль раскрытый и сидели на ней. Ну что, пошли. У нас очень элитная гимназия здесь учится. Ой, тут самые умные и квалифицированные ученики. Да, что такое стоит? Сирия. Сирия. Так,
Амман. Амман это вообще столица. Ой, Кирилл, извини. У Кирилла же бенефис. У карты. Где Федор? Ищи. Да, дорогие мои, вот те страны, о которых идет речь, вы все должны уметь показывать. Вы прям можете сразу там ставить значки. Только там или вот сейчас конституционный или абсолютно. Вот Амман. Совершенно верно. Так. О, Глеб, Глеб. Это Глеб и Глеб. Это Глеб, Глеб. Глеб, Глеб, вот они. Последний кусочек за вас. Ау. Ой-ой-ой, кто это? Я вас на YouTube выложу. Мне сказали, что мне нельзя такой микрофон. Кто сказал? Наш класс сказал, чтобы я пришла в понедельник не накрашенной, а пешка на полной. О, блин! Нюдик, это нюдик. Почему? Обновится на нюдик. Вот. Прекрасный нюдик. Да. А, ты сегодня забрал? Прикольно. Теперь у вас есть время и шанс, потому что я продолжаю учить. У вас там много еще осталось дописать этого опроса? Немного. Немного. Для меня важно, чтобы вы посмотрели, ну, у нас сейчас физика. У нас очень милые учительницы по физике. Я хочу, Полин, я тоже такую хочу. Я хочу очень такую. С Шаламкиным? Он тоже в инверсии не очень. Нормально. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мы, вот смотрите, это наша школа. Как новый бы, да. Корпус, который... Это новый корпус, который дали детям. А что это? Класс. Мы заслуживаем тоже нового корпуса, я считаю. Мы наши шкафчики, которые нам обещали. Мы учимся в старом. Короче, вот такая лесенка элитная. Без ковровой дорожки, а жаль. Я завидую, реально. Вот такой корпус у нас. Так. Шкафчики. Я учусь в первом А-классе. Катя, я могу его вещи посмотреть. Пупсики такие. Помашите в камеру. А ты никак не поймешь. Это Алкебезда. Вот такая. Ой, какой пупсик бежит. Привет, привет. Сейчас мы хотим какого-нибудь пупса подловить и под низом. А тут лучше камера. Тут в плане было лучше выглядеть все. Костинка, давайте сверху. Одна булочка. Катя, короче, облокотилась на вешалку, и она нахуй все полетела. Ой, пиздец. Мы не знаем, но она... Ой, блин! Спасибо. Я боялась, что она как в шахматы сейчас... Блять, Катя.
Ты дура же. Да аккуратнее уже, не трогай. Ну, короче, нахуй бомбанули раздевалку мы. Идем домой.